Всем привет! Вы на канале Маргош ТВ, и сегодня я вам скажу так. У меня только что вылетел аккаунт, и потом я зашла, мне кто-то поменял скин. Пароль у меня, как сказать, вошел, но он не входит в Roblox Studio, так что я не знаю, какой у меня все-таки пароль. Я не могу его поменять, с почтой у меня проблемы. И вот помните, мы уже говорили с вами насчет Амели и Сони. Sony 3. Короче, я сейчас зашла в оригинальный аккаунт Амелия. И смотрите, что я увидела. Значит, когда я захожу в фолловеры, то есть в фолловинги, И я вижу то, что вот это вот, то есть настоящая Амелия все-таки забанена. Ник у нее Амелия Хидекс. И я захожу, значит, вот где сейчас было это. Ну, короче, я захожу, значит, сейчас, друзья, Sony 3, да, и вижу совсем другой аккаунт, но с точно таким же ником. Я начала почему-то думать то, что, возможно, это поддельный аккаунт. Но я и захожу на в игру Амели, и там выдают оба аккаунта. То есть, не выдавали оба аккаунта, мне дают аккаунт, то, что произошла ошибка, попробуйте еще раз. Ну, то есть, то, что забанен аккаунт. Также я нахожу те же самые карты у, ну, не скажем фейка, возможно, это настоящий, но у Амели, который в друзьях у Сони. И, в общем, я запуталась, кто из них настоящий, и как так произошло, что одинаковый ник. Ну, возможно, это такие баги в Роблоксе, то, что когда ты, создаешь новый аккаунт с ником, у кого был забанен, это под таким, у человека, у которого был забанен, под таким ником, то тебе, можно сделать новый аккаунт с этим. Ну, я не знаю, но я попробовала что-то разобраться, и, в общем, что вышло. Всем спасибо за просмотр, всем пока.